СНГ потенциально может стоять размещение последней шагальности в европейских странах, так как это было во время холодной войны. Размещение там этих ракет и нацеливание, или потенциальное нацеливание этих ракет в сторону Российской Федерации приведет к тому, что Российская Федерация с тем, чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел своим ракетным арсеналом. Вот что произойдет, и произойдет, собственно, развитие по спирали и повторение той ситуации, которую мы с вами уже, к сожалению, были вынуждены пережить в прошлом. Другая тема. Хаос в лондонском аэропорту Гэтвик, который начался после полета неизвестных дронов над взлетной полосой, набирает обороты, начиная с ночи четверга. Два беспилотника за иной регулярностью появляются над летным полем. На этом полиции военным до сих пор не удалось вычислить, кто это не управляет. Воздушная гавань закрыта как минимум до 9 утра по московскому времени. Сотни рейсов